прорыв канализации в городе Киеве после очень сильного дождя. Я, конечно, такое вижу впервые. Вода такая грязная, черная. Вот вам и природа. И вот эта вся река течет дальше. Соответственно, я так понимаю, она будет впадать в озеро. Да, так я и говорил. Заходит в парк, а там дальше уже озеро.